Доброго дня! Сегодня первый выпуск JL News Weekly. Сейчас речь пойдет о загадочной Азии. Рисованные попы, рисованные груди и ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ладно, шутка. На самом деле объектом внимания стала игра под названием 8 Not Don't Stop. Необычно в этой игре то, что это войс-платформер, и игровой процесс реализуется за счет звуковых потоков играющего. Есть, конечно, и более мимими версии летсплеев на эту игру. Просьба любителей хентая отодвинуться от экранов и положить руки на стол, чтобы я мог их видеть. Адаптация летсплеев будет выглядеть, наверное, как-то так. Просто да ну нахуй! Что за ёбаный в рот, блядь? Ну что за ёбаный в рот? Пуч, блядь! Пуч! Мудак, блядь, ебаный, сука! Я ненавижу доту, сука, блядь! Почему этим пидорасам, блядь, вот такое разрешают делать? И какой же бы это был новостной выпуск без Дианочки? Мы же тут постим исключительно мейнстримовые какашки. На донышке, я же сказал. Какашки. Дианочка выдвинула инициативу запилить про себя игру, и как оказалось, благородные разрабы шедевров вроде Gamma's Jump не хотят с ней работать, по крайней мере, так вещают наши СМИ. А жаль, такую игру я бы посмотрел. Как это получится? Леди, джентльмены и Диана, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лойсы и не сгибайте пальцы вниз, потому что те, кто сгибает пальцы вниз, либо зрители гладиаторских боев, либо собираются макать пальцы в какашки. Какашки.